Друзья мои, всем привет! Вы у меня на канале «Прогулки на пенсии». Я показываю вам свой отдых, лечение. Сегодня увидела, вернее, мне показали вот такое чудо. А я хожу 2 дня мимо и не вижу ничего. Такой цветочек мне показали. Смотрите, какая красота. А там пчелок! Девять утра, я уже накупалась, поплавала, очень хорошо, купаюсь примерно час, когда больше, когда меньше. Все, иду домой завтракать. Ой, красота, иду через парк, появилась новая детская площадка с мягким таким полом и множество для ребятишек вот этих вот. Прыгала, лазила, так здорово. А я иду послушать струи фонтана. Молодцы. Парк чистенький, прям просто. Ой, цикады начинают петь. Вчера шла, цикады просто, ух, зачурюкали меня. Но я вчера решила не снимать много. А сегодня вот иду к фонтанчику, послушаю водичку. Посижу здесь немножечко. Ну не прелесть ли? Ой, какая красота! Ой, какая красота! Сегодня он прям разбрызгивается. Вчера просто водичка мирно лилась, а сегодня он прям вот так вот брызжится. И с музыкой его немножечко другая. Ой, какая прелесть! Посижу немножечко. Кто-то, конечно, спортом занимается с утра. Ну, я считаю, что я поплавала час, и у меня уже достаточно. Потому что я хожу еще и вечером часик плавать. Достаточно. Не так давно появился этот фонтан, несколько лет назад. Но он именно на том месте, на котором был когда-то исторический фонтан в имении, потому что парк этот был еще до революции заложен. Бражники прилетели на цинью. Вот они. Маленькие колибри, точно маленькие. Ой, как здорово. Еще один вечер. На отдыхе снова купалась вот там, где маленькая скала выступает. Сегодня чудесный день, когда искупаешься, вообще никакой жары. С утра было 28, сейчас уже за 30.